Всем привет, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть в Европу Универсалис 4. О боже мой, против меня началась война против коалиции. Да-да, пока я тут себе тихонечко никого не трогал, воевал против шведов и померанцев, на меня напала Кастилья, объявила нам войну, Кастильскую османскую карательную войну. Сейчас они будут меня убивать, вот. Пока они этого не сделали, я буду замириваться против шведов. Беру вот такие вот провинции, или как это сказать, такие вот завоевания, можно и так сказать. А что, если не брать... Ага, тут не получится вот так сделать. Ну ладно, берем вот так, больше ни на что они не согласны даже. Они еще дают 100 монет в придачу, чтобы я от них отцепился. Хорошо, завершаем войну. Вот так. Что нам там по сверхрасширению? 106. Да ёханый бабай. Постоянно должно капнуть чуть выше, чем... Ага. Тут датчане еще хотят эти провинции. Ладно. Тут кто хочет... Ага, тут я национализирую. Тут никто вроде бы ничего не хочет. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ну чего, у нас там скоро вот тут закончится 6%. А также здесь сейчас будет у нас автономия сформирована. А, нет, не сейчас. Тут еще нужно ждать. Ну ничего, прорвемся. Так. Против нас воюют в два раза больше пехоты, в два раза больше кавалерии и примерно такое же количество артиллерии. Что это значит? Это значит, что нам трындец, во-первых. А во-вторых, то, что нужно нам немножко по-другому сделать свои армии. Немножко их переформатировать. Во-первых, было бы хорошо взять новый тип пушек. Я тут исследовал. Значит, мы их берем. Во-вторых, вот этих эвакуируем отсюда. Тут эти пусть стоят. Они тут сражались только что с повстанцами. Это что такое? А, бретонцы. Ясно, понятно. Тут я, конечно, не зайду никак никуда. Что там еще? Революционеры. Где? Что за революционеры? Что им надо? Уже ничего не надо. Ну, это, наверное, где-то тут было. Так, тут крестьяне, как всегда. Тут это все. Это не мое. Флота у нас тоже нету. Флот, все, что вот есть у меня. Так, ты давай домой в войне. И сиди там. Да, самое обидное это... Ну, хотя бы вот здесь армии наши, хотя бы они более-менее нормально расставлены. Нет, ты давай уходи сюда, ты уходи сюда. Ты давай сюда, ты давай... Хотя, не-не-не-не-не-не, стойте. Это две осадных армии и две обычных. Мы их соединим, а потом разъединим, чтобы поровну раскинуть и пехоту, и арту, и пушки, и так далее, и тому подобное. Чтобы были более-менее сбалансированные армии. Делаем так. Сколько тут у нас получается? 35 плюс 32. 67. А тут то же самое практически. Разделяем на 2. Получается у нас вот такая вот фигня. Мало кавалерии, конечно. Но ничего. Ну, нам тут бы, конечно, восстановить мощь, всю нашу мощь. Тогда что-то можно будет тут пробовать атаковать. Ну, враг, понятное дело, будет стоять на осадах первым делом. Нам вообще бы пробиваться как-то к Кастилии, сюда, в эту сторону. Самые сильные это Австрия и Папа. Вот. У них, у Австрии сколько там войск? 120, и у Папы
76. Хорошо, хоть Франция не вступила. Ну, Британия на островах, так что мы ее не особо-то и считаем. Флот для начала пусть отремонтируется. Пруссия. Офигеть. Померания сформировала Пруссия. У нее прусские идеи, да? Ага. Там боевой дух армии плюс 20, мощь пехоты плюс 20, число рекордов плюс 25, дисциплина 5. Ого. 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 Конкретные, конечно, там идеи у прусаков. Так, поставим его вот так. Ну, тут они будут нас атаковать. Тут у нас что? Ставим сюда генерала лучшего. Два маневра. Мне бы сюда побольше маневра. Значит, кинем пока что этого генерала. Так, теперь на ускоренном. С вот этим генералом иди сюда. Ты сюда, вот ты сюда, на поддержку. Так, стоять. Все. Минус. Минус один. Погнали, погнали, парни. Нечего стоять, нечего ждать. Нужно минусовать этих тварей. Что там ниже сотки? Эх, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Ну, тут нужно будет дождаться. Так, а чем мы их не убили? Я не понял. Тут мы их должны были аннигилировать вообще. На порошок стереть. Так, что у нас здесь? А, нам, кстати, еще Казань помогает. Ура, мы спасены. Нам Казань помогает. Так, и тут я бы сформировал еще одну армию. Какую-то вот такую вот. Где-то вот здесь. Тут есть еще 11, 12 даже тысяч у нас тут есть. Где-то она пусть тут фарм стоит. Мы их соединим, там будет 42 тысячи. Эти 42 тысячи тут смогут что-то сделать еще. Знаете, в предыдущей серии я вот такой сидел уже. То неинтересно, то неинтересно. А тут, бляха-муха, уже стало интересно коалицию разбить. Причем такую. А то мне это... Этого мне это... А восстание-то где было? Ну, у меня не должно было. Там, наверное, опять какие-то крестьяне. Ну, конечно. Так, тут мы как воюем? Против кого? Можно вот... Ну, в принципе, на Ньюфаундленд можно будет зайти в гости, посмотреть, поспрашивать, что да как. Как жизнь, как там... Как дети, как жена. Тем временем можно поставить вот эту вот, например, армию на датскую столицу. И пусть себе берут Данию. Ну а чё? Это тоже бы можно было на Бремен, конечно, поставить. Но тут прикол в том, что нельзя их выбивать по белому миру. Это вот хреново, это очень-очень хреново. По сепаратному, точнее, по сепаратному миру. Так, там наши... О, у меня тут еще даже галера есть. 107. Сколько обновить все стоит? 1500. Ладно, давай будем блокировать порт, чтобы быстрее шла оккупация. К британцам тут бы высадиться. Но я боюсь флота выводить тут.
Он вряд ли что-то сможет сделать толковое. Ах ты ж тварь. Я тут, понимаешь, перекрещиваю. Оно пришло мне и тут оккупирует все. Ладно, сначала встану на столицу. Посмотрите только на карту. Все в красных пятнах. Жух. Что-то куда-то враги свалили полностью. Везде по восьмерке стоит. Тут, блин, хрен это все что-то сделаешь. Хрен оккупируешь. У меня тут восстание сейчас будет, вот на этих оккупированных. Тут уже, наверное, капает, да, вот видите, по 1.8 оно все капает, 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 капает везде. И оно накапает до такого, что тут будет просто Армагеддон. Так, ну ставим пока что пятую скорость. Что-то не идут уже к нам. Уже не хотят. Перехотелось им. Тут у совое какой-то сраный несчастный совое. 40 тысяч. 40 тысяч, Карл. Вот что значит развитие. Вот что значит. 40 тысяч. Да. Ладно, там у папы 50 было, но тут видно, что тут есть 50. А у совой откуда? Так, что-то там взяли. Ого, быстро. Быстро они взяли эту право. Хотя там восьмерка. У них там, наверное, арты полно. Ну, не так уж и много. Что-то слишком быстро они это сделали. Мы тут долбимся, долбимся, никак не сможем. Ну чё они все ушли на юг? Чё они тут не ходят? Засали. Давай, иди сюда. Так. Советник у меня какой-то вообще стоит. На дисциплину, хорошо. Пусть будет. Бей, созовем совет, чтобы армия была чуть подешевле. А то так и денег может не хватить. И надо бы Генека взять себе. 6-6. Вот это подарок судьбы. Ну, Казань тут, конечно, красавчик. Он тут отбивает все. Генерал 6-6. Нормально. Вообще нормально. Может, эту армию еще подтянуть. Ну, черт его знает. Может, и не будет восстаний. Давайте подтянем. Там они... Точнее, здесь они будут более полезными. Так, тут все практически у нас оккупировали. Вот это, конечно, рискованно так делать. Они тут могут подтянуть войска. Так, еще один где-то. О, что не может, потому что висит рвение религиозное. Откуда оно взялось? Не было же. А может и было, может я просто не заметил.
Так, так, так. Ну что, сколько там еще? Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Удивительно, но нету этого маленького неудобства. Вообще нету. Так. Тут они сами конвертируют. Куда отправить миссионера? Ну, давай тут будем. Торговля как там работает? Работает на полную катушку. Тут, ну тут так себе. 50 кораблей. Много. Чё, парни, переходим сюда. Правда, стрёмно мне, конечно, вот так идти этой армией. Да блин. Только приехал оттуда, опять туда возвращайся. Все, не будет больше. Хорошо. Ну и чё, тут, конечно, весело так стоять. Но было бы хорошо, конечно, куда-то пойти, что-то повоевать, что-то сделать. Я, наверное, заберу 4 армии, тут этих оставлю. Если что, то можно было бы как-то флот, ну, флот посадить или вот сюда скрыться вот этими армиями. А этих давайте, ну, я думаю, в Кастилью тут будем пробовать. Тарины, Брунди. Они, конечно, будут идти все через одну провинцию. Стой. Стой. Так, что там? Угу. Вот, теперь погнали сюда. Флорида? Хорошо. Пусть будет Флорида. Ура! Ура! Так. Что я хотел посмотреть? Ага, вот тут 56. Нормально, нормально. 49. Ничего себе. Ну чё, попробуем кого-то тут поймать. Правда, я начну бой. Они это стянут. Тут еще кто-то из тумана войны выйдет. Так. О, о. Спасибо. Но, правда, с таким генералом тут мы должны рвать всех и метать. Просто как звери. Ну, пожалуйста, Дания можно считать выбита. Только она нифига не выбита, потому что нельзя замириться. Текс, пришли. Тут у нас что? Тут лес. Можно было бы проатаковать, попробовать. У них что там за генерал 4-1? Ну, тоже такой нехилый. И надо бы здесь что-то сделать. Раз, два. Раз, два. Блин, бабла нету. Но мы потребуем у купцов. Да, можно. 1100.
Так. 2200. Давай сразу потребую. Чтобы не забыть. Давай, 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 наступаем. Ой, у меня что-то пятая скорость отключена. Так, минус. Ого. Тут, а Венеция, что это такое? А Венеция против нас воюет? Нет, она не воюет. Хорватия против Венеции. Видите, сразу папка пришел. Милан вон пытается что-то сделать. Минус. Не, ну тут нужно валить, а то сейчас нас минуснут. Надо уйти, пополниться и потом обратно сюда прийти. Ну, неплохо, неплохо. Такая вылазка получилась. Но все равно их до хрена. Так, ну что? Вас мы тоже тут поймали. Козел. Флорида нанимает какие-то войска или нет? Да, вот что-то начинает нанимать. Ого, ого. А тут и Луизиана, и Ньюфаундленд. И еще Калифорния. О, у меня тут есть еще армия. Супер. Так, собираемся пока что здесь. Потом что-то тут будем делать тоже. Давай мне вот этого генерала. Угу. Ну ладно, я сейчас вот так сделаю. Все. И тут тоже отбить бы. Тут тоже отбиваем. Нет, иди сюда. Ты иди куда-то сюда. Ого. Так, еще минус. Хорошо. Тут давайте отобьем оккупацию. Британца было 50 тысяч, теперь вижу что-то поменьше. Что-то как-то вас тут до хрена. Что-то слишком до хрена. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, очень плохо. Хорошо, потому что они сливают своих рекрутов. Вот у папы уже 20 тысяч осталось. Кто тут еще таких есть? Крутых. Савоя сколько осталось? 25. Тут 44 тысячи. Вот из этих проб 44 тысячи. Как? Чё за херня? Как? Так, эти парни идут у нас куда-то сюда. А на Францию можно зайти? Можно. Куда-то сюда.
Наши отбивают. Стоять, где-то наша армия атакована. Стоять. Нет, не здесь. А, здесь. Так, минус еще 11 тысяч. В войне против коалиции главное военный счет набивать с помощью сражений. У нас здесь можно пойти вот на эту армию, кстати, можно. Так, взяли у нас крепость, плюху. О, Казань сейчас выбьет, по-любому выбьет из войны. Плохо. Отдай-ка ты мне вот этого генерала. А не, не поймаю. Ну, давай сюда попробуем. Значит, тут вот этот подойдет. Или сюда пойти. Ну, блин, сюда надо, потому что они отобьют у меня эти пробки. Видите, только я отсюда ушел, сразу они тут начали лезть. Еще одна крепость пала. Блин. Так, минус 6. Генерала этого. Тут равнина. Минус. Так, всем стоять. 9 декабря, 11. Ага, я тут не успею. А если так? 9. 9. Хорошо. Эти будут стоять на подкреплениях. Так, этих парней сюда. Блин, много их тут. Слишком много. Это тоже немало. Хо-х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 о. Минус 50 тысяч. Йо-хо-хо, и бутылочка рома. Крутотень, крутотень. Так. Ты иди сюда. Ты иди сюда. Сколько там 900 человек? Ну тут бы стены разломать, и можно было бы штурмануть даже. Даже вот так. Сейчас пойдем еще этого минуснем.
Так, давай мне генерала. Отсюда я смогу, да? Хорошо. Сейчас тут все зачистим, попробуем. Тогда можно будет вернуться куда-то вот сюда, на север. Это все тоже почистить. Ну, я уже 1100, наверное, убил полностью. Но не все равно у них, ну как бы уже не так, не настолько больше, но все равно больше. По кавалерии почти выровнялись, по арте я уже опережаю их, но это у меня просто было много арты. Так. Вы, парни, сюда куда-то подтягиваетесь, нужно их тут окружать, чтобы они отсюда не свалили никуда. Интересно. Так, вот ты будешь у нас тут отбивать это все. За 60 дней? А он тут четверка. Ну блин, ну все равно. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо, сколько вас тут налезло. Где там эта армия? Ну, на подходе, на подходе. Хорошо, пусть подходит. Так, парни. Давай сюда. Нужно будет их разбить, вот эту армию. Ну там мы сможем легко разбить. Тут что? Тут все спокойно. Тут что? Тут наши рулят. Здесь что? Здесь пока что ничто. Надо будет пойти вот этих поубивать. Тут врага много. Тут что? Тут крепость. Сейчас тут поставить эту армию на какую-то крепость, пусть она там себе стоит, все равно и тут постоянно провтыкаю. Так, погнали. Ну тут, по идее, вот этих даже хватит. Там генерала даже нету. Почти что одна пехота. О, я думал, то это я так 2000 теряю. Такие цифры вылетали. Окошко закрывало. Так, минус. Хорошо идем. Хорошо идем. Ну и столицу вражескую взять бы. Так, тут бонус 3 всего, да? Ты иди сюда. Давай мне пушки. Вот тут этот Толедо не так просто и взять. Двух пушеч, двух осадные где? Вот тут, да? Сейчас мы поменяем. И станем на Толедо. Сюда кидаем. 6-6. Так, что там такое? Кто? Британь. Но они еще и захватили, кстати, вот тут Гренландии. А тут я уже ни черта не сделаю. Так, подходим, окружаем. Девятьсот семьдесят, как и было. Убивайте их там немножко. О, тут даже не могу зайти на свою территорию. Так, здесь отобьет крепость. Мне нужны пушки. Много пушек. Ай, блин, не то нажал.
Так, окружаем, окружаем. Куда он делся? Тварь. Прыгает туда-сюда, как заяц. Что там, четверка? Тут что? Тут пятерка. Главное, отбил. Миссионер будет работать себе. Тут возьмем эту маленькую крепость. Что там? Там, наверное, просто столица. Нет, тут четверка даже. Так, ты идешь сюда, вижу. Сейчас. Мы сделаем это все. Ага. Что у нас здесь? Здесь пока что все. Все по-прежнему. Большие армии взяли у нас, вижу, крепость. Что надо, чтобы кто-то сюда шел? Ты куда идешь? На Браганду, вот отлично. Вот так вот. Все, отбили. Тут эта крепость тоже сама себе поотбивает. Соседние пробки. Так, вы сюда пришли, да? И вы тут одни, разделены. Хорошо, хорошо. Возьмем во внимание эту информацию. Так, тут что-то слишком много. Вот это убираем. Тут не нужно столько пушек. 25 хватит. Так, минус. Пошли. Ой, никого я даже не успеваю догнать. Вот так тоже не успеваю. Значит, сюда пойдем. Через юг пытается уйти от нас. Никуда ты не уйдешь. Так, тут что у нас, двоечка, да? Ну вот пусть идет и пусть стоит на этой двойке. Надо уже потихонечку тут тоже оккупировать. А то вот так бегать за ними постоянно. Жаль, нельзя. Нету такой функции, что ты типа нажал кнопку преследовать определенную армию. Выбрал, например, вот эту армию. И твоя армия за ней идет постоянно. Движется. Пытается ее убить. Ну, вот такое не продумали. Нидерландские. Эх. Я думал, в Нидерландах восстанут. Тут было бы неплохо, если бы они восстали. Так что этих минус 0 или нет, что-то не посмотрел даже. Сюда не могу зайти, тут меня... О, Валенсия блокирует. Ну, можно попробовать штурмануть. Где-то вот он. Штурм теперь не так много забирает. Раньше там вообще такая дичь была. Когда ты штурмовал, там было почти что нереально. Так, давайте тут распределим.
Ну, давайте сюда. Где-то вступили в бой. О, поймали, кстати. Ну, минуснешь? Вряд ли. Тут нужно было генерала ставить. Тогда бы точно минуснул. О, он даже не умеет, не может никуда отступить. Так, хорошо. А ты куда идешь, а? Куда ты идешь? К нам в руки. Стоять. Так, это что такое? Ого! Это он меня убил? 5000 пехоты? Оп. Че? Австрия? Серьезно? Австрия? Ай, блин, что с тобой делать, Британь? Британь, Британь, Британь. Нужно опять набирать. Хотя, если тут Австрия идет, что я тут смогу сделать? Нифига не смогу сделать. Ну, куда-то давай иди сюда. Так, тут наши подтянулись. Но тут слишком-слишком много врага. Так. Здесь, по идее, уже ничего не осталось от врагов. Лиссабон тоже очень долго без морской блокады. Я не смогу взять датские, бретонские. Так, минус. Хорошо. Хорошо. Все равно у них до хрена пехоты этой. Где они набирают? Так, и что же тут делать? Что же тут делать? Короче, нужно это все оккупировать. Все равно этот португалец сможет нанимать войска, сможет отбивать. Так, сейчас мы это все оккупируем. Сняли нашу осаду. Двадцать семь? 20 раз улучшил. Надо будет сюда идти. Франция не великая держава. Капец. Так, эти парни тут пока что ждут свой звездный час. Здесь штурмовать нет, тут 8000, тут я не проштурмую. Тут придется оставить эту армию и надеяться, что она что-то сможет здесь сделать. Так, взяли эту крепость. Ну, давай опять сюда. Так, этих парней сюда. Этих сюда. Этих сюда. Этих сюда.
Да. Австрия, что ты делаешь? Что ты творишь? У нее, кстати, нету генерала. Можно было бы здесь попробовать как-то ее поймать, что ли. Через Табористан есть проход? Нету. Но по идее, если так станет, то мы ее закроем. Если она тут будет где-то в Ираке. Так, ну вот вижу, начал сваливать отсюда. Блин, как, знаете, как тараканы. Да, ударил тапком, они сразу все разбежались. Ну все, сейчас у Кастилии начнет капать. Сильно устал, если из-за оккупации возьмем еще столицу. А тут уже, наверное, можно... Белый мир подписать. Сейчас посмотрим. А, нет, тут я набрал полностью целую Кастилию. Не, все равно не хочет. Жестячок, жестячок. Ну и что делать? Они все свалили. Да чё. Убирать командиров. Ставить на осады наших пацанов. Вот. Самому вот тут. Попробовать поймать вот эту армию. Она как раз идет на нас. Бегает. Австриец, еще много менпавера. Папка уже почти что нет. Ого. Привет. Надо пробовать. Хочу месяц подождать. Так, что там? Доход от налогов. Автономия по себе копает. Ну так, пробую атаковать. Так. Австрий что-то тут заблудился. Так, где? А, там. Хорошо. Ну тут, кстати, можно было бы проатаковать вот этих 26 тысяч. Но уже поздно. Опять неправильно армии сделаны. Так, тут нормально. Тут нормально. Он, наверное, хочет себе генерала сюда закинуть, потому стал и пробует купировать эту провинцию. Не, свалил. Взяли Толедо. Отлично.
Можно бы поставить, конечно, на Лиссабон. Но толку, что я тут поставлю войска. Разбили Баритаху. Куда ты уходишь? Эх, жаль, не сюда. Ладно. Пойдем сюда, попробуем вот этих 19 тысяч уничтожить. Так, здесь попробуем это все будем оккупировать. Этот австриец, да блин, да он задолбал. А не убежишь ты от меня, не убежишь. Ну, блин, да... Чуть-чуть не хватило, мог уничтожить. Чё, ты разделился? Ну, блин, вообще умно. Вот, делил пехоту. Давай. Минус 40 тысяч. Так, тут с этими вот так пойдем. Тут уже генерал не нужен. Пойдем вот так. Хорошо. Ой. Вот так сделаем. Ну ладно, ребята, будем на этом уже завершать серию. Вот. Ну, неплохо у нас идет война против коалиции. 50% мы уже наклепали. Глава коалиции, по идее, уже должен... Да, он уже хочет мира. Ага, то есть я даже вот так смогу сделать. Но я по-любому что-то заберу. Кастилию по-любому полностью оккупирую. Ну и посмотрим тут, не знаю, Данию. Ну что смогу, то возьму. Много я тут все равно не смогу взять. Флот мой, кстати, так и стоит, как и стоял. Ну пусть стоит. Ладно, всем спасибо за внимание. С вами был Назар. Всем пока, всем всего хорошего. До новых встреч.